Вы боитесь одиночества? Нет. Вы боитесь не одиночества. Каждый раз, когда вы думаете о том, что вы останетесь одни, вы испытываете физический дискомфорт. Где-то потянуло, где-то подавило, где-то сердечко заколотилось и тому подобное. Именно вот эту боль вы и боитесь. Именно ее вы не хотите испытывать. А одиночество является не более чем триггером при запуске вот этого рефлекса. Более подробно, как работает нервная система, вы можете посмотреть в книге «Медицина, которой нет». Можно ли это исправить? Можно. И очень даже просто. Все ссылки в описании.